الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Деревня посреди джунглей Камбоджи, юго-восточной страны. В ней проживают представители местного мусульманского меньшинства. У каждого дома есть своя история и свои страдания. Это может показаться нормальным, ведь там царит бедность и болезни. Но необычно, когда эти болезни зачастую длятся уже более 30 лет. Как это? Мы зашли в хижину одного старика. Это глубокий старик. В его ногу попали 7 осколков снарядов. Они взорвались рядом с ним во время войны, которая была в Камбодже. Это была война красных кхмеров. И произошла она примерно в 1979 году. Эта война оставила после себя 1,5 миллиона убитых, не считая нескольких миллионов раненых. И один из них — этот старик. Он терпел боль от этих осколков снарядов, которые остаются у него под кожей долгие годы. И тогда он с трудом, но мог ходить. Когда же он состарился, вообще перестал ходить. Сейчас он инвалид и не может работать. Думаете ли вы, что это его единственная беда? Нет. Братья мои и сестры, вы знаете, что в большинстве случаев, когда человек стареет, самым дорогим для него становятся его внуки. Он забывает о детях и живет внуками. Он больше всего интересуется ими, играет с ними и шутит. Но этого человека постиг очередной удар, когда Всевышний Аллах сделал его первых внуков, которые живут вместе с ним, слепыми с рождения. Они не могут даже увидеть его лица, когда он улыбается им. Скажи ему, что мы прибыли с арабской страны, чтобы помочь ему, чем можем. Я спросил его: «Ты работаешь?» Он ответил: «Нет». Я сказал: «Так на что тогда ты живешь?» Он сказал: «На пожертвования соседей». А эти соседи и сами бедные. Мы могли бы раздать ему то, что обычно дают бедным, какую-то еду или деньги, которыми он бы смог пользоваться короткое время, после чего вернуться к изначальной нужде и нищете. Но это не решение. Это просто откладывание боли несчастий. И ничего больше. Это как болеутоляющее. Мы же стремились к чему-то большему. И я подумал и спросил: «Есть ли у тебя сын?» Он ответил: «Да». Я спросил: «Где он работает?» Он ответил: «Он безработный, нигде не работает. С нами Мухаммад Нур». Я спросил его, что он может делать, и он ответил: «Я рыбак, могу ловить рыбу и нырять за устрицами и раковинами, но у меня нет для этого необходимого оборудования». «Что тебе нужно?» Он ответил: «Лодку и оборудование для ловли рыбы». Мы обнаружили, что новая лодка стоит очень дорого. Тогда мы купили подержанную лодку, которая была дешевле. Мы взяли ее за лучшую цену из всех возможных, примерно в $700. Мы передали молодому рыбаку его лодку, с которой он сможет начать свою жизнь в работе. И он отнесся к этому с большим энтузиазмом и с радостью направился на свою новую работу. Затем мы его оставили на один день. Когда мы вернулись, мы обнаружили, что юноша вернулся с рыбалки с сюрпризом. Он нырял за раковинами и только за один день смог заработать $500. Субханаллах. Только один день восполнил более половины стоимости лодки. Он нас поразил. Представьте себе, что было бы, если бы он просто взял эту сумму денег и потратил на свои нужды? Разве смог бы он тогда иметь такой постоянный заработок? Конечно, нет. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то из вас отправится утром со своей веревкой, соберет дров, принесет их на спине, продаст их и обойдется без людей, это лучше для него, чем просить у людей, которые могут дать, а могут и отказать». Поехали.
Уважаемый брат, уважаемая сестра, забыли ли мы об отце? Нет. Мы не забыли отца. Мы должны пойти с ним в больницу и дополнить для него его личное счастье после того, как счастье обрел его сын. Мы сейчас направляемся к нашему пациенту, хотим посмотреть на его состояние. Сейчас мы в больнице. Мы собрались вместе с врачами, и они начали лечение. Но это непросто. Лечение займет какое-то время, потому что эта патология возникла не неделю назад. Ей десятки лет. Но хвала Аллаху, он вновь смог ходить. Да, он ходит с костылем, но, альхамдулилля, это гораздо лучше, чем раньше. Это можно считать прогрессом. Мы не могли допустить, чтобы он вернулся к себе домой, не обрадовавшись за своих внуков. Мы взяли их в офтальмологическую больницу, и наша цель была в том, чтобы жизнь семьи полностью изменилась. Уважаемый брат, уважаемая сестра, ты чувствуешь, что твоя специальность не то, что ты хочешь? Или ты в принципе не можешь найти работу? Не жди никого, кто бы предложил ее тебе. Задумайся о том, в чем ты выделяешься, и что ты можешь делать лучше всего. Не говори, что ты полная бездарность. Аллах не создал тебя просто так. Обязательно должно быть что-то, что ты можешь делать особенно хорошо. Сконцентрируйся на том, в чем ты выделяешься, и иди в том направлении. Покажи лучшее, что можешь, и Аллах никогда не разочарует тебя. Всевышний Аллах сказал, тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. То есть он даст тебе достаточно. Даст тебе столько, что тебе этого хватит. С условием, что это что-то халяльное, дозволенное. Всевышний Аллах сказал, тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Позвольте мне закончить, обращаясь с моим последним посланием к людям, которые дают пожертвования. Я прошу вас давать милостыню с умом. Можно легко сделать так, чтобы нуждающийся больше не просил у людей и не брал у них денег. Просто попытайся найти в нем какие-то способности и таланты, чтобы он смог обходиться без тебя и остальных людей. В противном случае он так и останется нуждающимся и родит детей, которые будут жить в нищете. Им будут постоянно давать милостыню, но ничего не будет меняться. Во время нашего путешествия произошли и другие события, так что я прошу тебя, посмотри нашу следующую серию.